Так, мы попали в очень интересный дом. В этом доме проживает 60 кошек. Представляете? Пар условиш. Я сказала. Птицкий сан. Вот. Кейдж, два дырки. Кошки в каких условиях живут? Вот. И какая чистота? Алюминиевый потолок. Вон Япония. Китай. Редкий. Теплый пол. Это кошки. Мебели. И чистота, посмотри. А запаха если нет, чистота. Да не должно быть. Ты что, я себя уважать не буду. День, каждый день. Сколько? Порошки. Три стиральные машины. Солнечный. Заболела кошка. Напротив иди. Да. Еще тут апартаменты. Иду, иду. Ага. Еще комната для кошек. Кондиционер еще. Ага. Алюминиевый потолок, бушен полный. Какая чистота, она? А если будет грязь, это же будет грязь. Хочу, ба. Полная стиралка. Отдельная стиралка для кошек. Ага. И что будет? Здесь живет наша тетя Комета. У нее более 60 кошек на обеспечении, как в лучших домах Европы. Чистота, свежесть, запаха нет. Там тоже все немецкое. Да, конечно. Заходишь в дом кошки, ни запаха нет. Спрятался. Шелковые ковры стоят 28 тысяч долларов. Вот. Все условия. Можно я буду кошкой? Иду на уборку, пылесос есть. Его саванный жаган, вот так вижу. Даже здесь. Отдельно всегда вижу. Большой угол еще. Даже в ванной кошки живут. Вау, которым, да? Да, да. Ой, я тебя не трогаю. Даже, а? Даже здесь вот можешь. Да и здесь кошка. Писюлик. Это просто феномен. Кучу аду цицка, а? Аля, и кучу аду цицка. Это их не спальня. Это спальня. Вот ходишь так. Маши Аллах. Как чисто. Цвет мой интересный, конечно. Не запах. Каждый день эти турецкие лёны я их меняю. Каждый день. Свежесть. Три стиральные машины у меня работают. Женщина, хозяйка Комета. Вот настоящая хозяйка. Лёна, ажил? Да. Хар гордым ещё стиральный лён. Ажил? Вот эти тряпки, вот это всё, я с ним полы мою уже 20 лет. 60. Такие ваши. 65 под 70. Лучше, лучше, лучше. Ну, хочу, наверное, штук 10-12 щедров. Да, да. Дима, да. Чистая комната. Вот просто... Вот это люн, турецкая люн, вот что каждый день менять дождь. Вот в этой комнате просто для интереса. Минимум 10, ну сними, 10 кошек. Минимум 10 кошек. Вот это ковер стоит в Японии 28 тысяч долларов. 10 кошек здесь живут. Каждый день приходят, ночуют, живут. Минимум 10 кошек. И какая чистота. Вареные куры кушают. Ух ты. А надо проехать и спросить рацион. А чем кошки питаются? Я питикорска покупаю сухой корм, рагу на 180 тысяч каждый месяц. Покупаю курей, варю и кормлю мясо. Слышите? Мясное.
с Пятигорска заказывают для кошек. Нет, цыган, ягода сей, газель. А, газель, специально. Там оптовая, только свежица. Никогда в жизни. Вот это у нас Васька. Никогда в жизни. Васька, угор Васька. Мир хайкал дождь, хайя. А я, босс, вот, тише, мой батя. 17 лет тому назад, сатит братхан, он с мужем спит. И дальше я постоянно санчила, массажиш. В течение полчаса массажа, их дальше. Вот расскажите о кошке, спасибо. 15 лет тут, халил, что я. Потом Москва была, я с начинающей, рак. Ну, конечно, Европу поехал. Это там, кошка, все. Когда у него спала? Он дал знать, что у него рак, у него болезнь. На дичь теша я цехсу. Если сама не вникла в эту ситуацию. Понимаешь, еще дала дельду. Еще цель мир ехал духая. Сейчас чухаешь, не очолишь. Ты видишь, что это цель дата не рассадила. У него текли слезы. Сам дал ехал, модельно, дезмодуешь. Ой, ночи, это тишку нахуй. Это же не зря Лермонтов писал. Ой, ночи, Алонсо, черный конь погибает и жает такой красоты. Мяч о мяндошем дыре. У нас хорошая вера, мы люди, хаз, колон, нахдовы, да, мостан, тик не гдел. Но хинз, хазами, не очень жаль. Кебет, согласен. Да, я другой раз не выхожу. Не видит наших людей. Ох, какая чума-то. Это очень больно. Больно. Некрасиво. Кеда Акизер. А сейчас уже мы это камеры чекнули. Цаметки, бюгл я. Гуш. Невозможно. А что бать, гуш? Я же три часа стою. Три часа стою. Чат. Ишь, зудри бывает, алиш. А оки гир хочу. А, ты дамбич. А что дало? Зондер реально.